Меня зовут Сергей Марин, я из Москвы, играю за команду Streetball Store Team. Играю в баскетбол с раннего детства, очень люблю и считаю, что без баскетбола это совсем другая жизнь. У нас есть команда, мои партнеры, в которых я верю, и которые для меня как братья, и мы идем вместе к одной цели, тренируемся. Да, мы не профессионалы, у нас есть своя личная жизнь, семья, работа, но мы пытаемся играть в баскетбол, несмотря ни на что. Я Василий Федосов, играю за команду магазин «Стритбол». Баскетболом я начал заниматься очень поздно, на самом деле, 18 лет. Сейчас мне уже 30, блин. Какой-то колоссальный возраст, непонятный для меня. Но я все еще играю, еще бегаю, еще могу прыгать. И это очень хорошо. В команде магазин «Стритбол» я выполняю роль центрового. Эту роль я могу выполнять лишь потому, что я высокий, здоровый и крепкий. А все это дало мне молоко, которое в детстве пил очень много. Меня зовут Максим Бродовский, мне 32 года, я играю за команду магазин «Стритбол». В баскетбол я пришел 14-летним мальчишкой, и эта игра захватила меня на всю жизнь. Я Александр Бушев из команды магазин «Стритбол». Готовимся очень своеобразно, в данный момент как-то вот так вот стоим в московских вечных пробках. Показываю. Ну, с учетом того, что еще немножко поболел, может быть, это даже к лучшему. Будет возможность немножко восстановиться, организм немножко отдохнет, ну, надеемся, где-то и наберет силы. Мы представляем Москву. Москва для нас это как, если про стритбол, тоже какой-то центр российского, что ли, стритбола. Хотя во всех городах очень много хороших стритболистов. Москва – это что-то особенное. Здесь все как бы зарождалось, что ли, начиналось для России в плане стритбола. Московский чемпионат – это всегда мясорубка. Это всегда жестокие игры, всегда очень серьезные соперники и всегда побеждают лучшие. Поэтому в Майами мы едем только за победой.